середине. Мотай в середину, потому что чтобы его... Нет. Протянуло. Нет, чтоб я не согнал бампер. Говорю, ты в середке. Вот. Смотри, натягивай. Давай сядь на тормоза, жми. Подожди пока. Тормоза нажми. Все. А как рулон сзади, Игорь? Чип-чип и бил! Выключатели, блядь! Вперед, да, противоткат сперва снимите. Сейчас ничего интересного, перееду на. Вернее, не перееду, а развернусь она. Да, Бим. Вот тебе день. Загадали нас. Уже приехали бы, да? Давайте лебедку. Я, говорит, понял. Но сделаю по-другому. Ну да, да. Мне кажется, пускай промеж рулонов и оставит. Получится. Скинет рулон он нахуй. Может, еще и не хватит? Не хватит. Мне кажется, надо от обочины зацепить, да? Да. Она вот сейчас будет тащить сюда и разворачивать. Давай чуть еще.
иди перецепи за угол. Разбил? Переключи его вперед. Че, Игорь? Да ладно, там же вышли. Давай назад. Он включен сюда, назад, в другую сторону. Ага. Ну чё, новогодний, блядь? Я ж тебе говорил, блядь. Чё, говорил. Что вытащил? Переключи, переключи, ещё меня снесло. Чё, как я... Вешай. Сейчас попробуем ещё тронуться на... В откаты-то где? Все нормально. Я думаю, что выползу, а то он обочину. Задняя это вообще вещь, да? И упирается под капты, да? Там еще до поля далеко. Не знаешь, что хочется? Чего? Не знаешь? Нет. Блин. Ты давай шестую, на, повышенную. Так давай я сразу съеду задом. Во, задом интереснее будет, да? Да. Зад вытаскивай, уже через перед будем, да? Давай, поехали. Все, я вам помашу ручкой. Ага. Ты ему покажи, где хоть повышенная, пониженная. Я знаю.